Роза Васюта приехала на выставку из Лысьвы. Дочь оканчивает 11 класс, сын учится в 8-м. К выбору будущей профессии для своих детей женщина подходит ответственно. Потому и стенд Уралкалия посещают одним из первых. Думаем, планируем, куда нам поступать, как себя реализовать в жизни и быть полезным. Заинтересовало, направляют, берут, дают ли направление вот предприятия для, значит, для учащихся. Ну и, конечно, потом предоставляется ли жилье, если иногородние. У каждого, кто подходит к стенду Уралкалия, свои вопросы. Кого-то интересует соцпакет, кого-то перспективы компании, но чаще возможность трудоустройства. Интересуется, какие у нас есть специальности, какую работу мы выполняем, в принципе, что из себя представляет Уралкалий. Спрашивают, на какие институты поступать, какие профильные направления выбирать, какие экзамены сдавать для того, чтобы в будущем устроиться на работу в нашей компании. Стенд компании «Уралкалий» привлекательный для старшеклассников и студентов из разных городов Пермского края. Молодых людей привлекает возможность карьерного и профессионального роста, стабильная заработная плата и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня в Уралкалии востребованы квалифицированные кадры – механики, энергетики, маркшейдеры и геологи. Компания проводит активную профориентационную работу со школьниками, а также успешно сотрудничает с Пермским политехническим университетом и его филиалом в Березняках. И, соответственно, дальше те специальности, которые нам нужны, мы берем к себе на практику, обеспечиваем всем необходимым материалом для написания курсовых и дипломных работ. Также у нас есть целевое обучение, когда мы студентам, направленным от предприятия, выплачиваем стипендии в зависимости от их уровня успеваемости до 10 тысяч рублей. С этого года максимальный размер стипендий вырастет до 12 тысяч рублей. Также компания готова предоставлять жилье для работников востребованных специальностей. Подобные социальные гарантии привлекают молодых людей. Вот геолог, как Уралкалий. Возможно, вот интересно, как перспективу можно рассматривать. В нашей стране, особенно в нынешнее время, необходимо как бы технические профессии, производственные, чтобы поднимать экономику нашей страны. Также в рамках выставки был организован круглый стол по наиболее актуальным кадровым вопросам Прикамья. Участие в нем приняли и руководители Уралкалия. Сегодня, когда спрос на инженерных работников испытывают все предприятия, важно быть наиболее привлекательным. Мы должны быть динамичной компанией, привлекательной для молодых профессионалов. Мы компания, которая формирует очень активно среду вокруг себя, там в городах присутствия, потому что это важно для людей, чтобы они оставались, чтобы они работали именно у нас, а не уезжали, скажем, в другие города и не искали себя где-то в других видах деятельности. Все это позволяет Уралкалию оставаться едва ли не самой привлекательной компанией на рынке труда. Алексей Запутреев, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».